Всем привет! Меня зовут Павел, канал Айка ТВ. Мы продолжаем играть в игру «Легенды космоса на краю Вселенной». Мы вчера остановились вот на этой локации, около фонтана. Давайте продолжим нашу игру. Давайте посмотрим карту и вернемся с того места, откуда мы убежали. Тюрьмы или темница, не знаю, как правильно назвать. Мы достали последнюю часть меча. Возьмемте. Теперь вернемся в кузницу. И положим наши части нашего меча под установку с лазером. Мы соединяем наш меч. Окей. Пойдемте в таверну, в паб и поговорим с бароном. Отдадим ему меч. Господин барон, я нашла ваш меч и возвращаю его вам. Теперь я легко смогу провести вас в замок. Мультипликация. Мы идем в замок. Добрый день. Если вы намерены мне помочь, то мне стоит ввести вас в курс происходящего. Это сказал доктор под именем Кевин. У принцессы какая-то местная разновидность лихорадки. Мне удалось получить лекарство, но его эффект длится буквально несколько секунд. И я не смог найти в окрестностях ингредиент, способный хоть как-то стабилизировать микстуру. Кажется, у меня и есть то, что вам нужно. На планете, с которой мы неудачно улетели, я нашла растение с очень сильным удерживающими свойствами и смогла сохранить его образец. Это же великолепно, это должно помочь, но список ингредиентов унесло ветром. Стоит поискать его за пределами замка. Я буду ждать вас здесь. Очень хорошо. Началась новая история, новое задание. Давайте почитаем наш журнал. В нем появилась новая запись. У меня получилось. Барон наверняка будет очень доволен. Надо скорее отдать ему оружие и попробовать провести меня в замок. Времени остается все меньше и меньше. Стив нуждается в помощи. Это старая запись, но мы ее не читали. Григуар выполнил свое обещание. Я смогла пообщаться с врачом из потерпевшей на этой планете крушение экспедиции. Его зовут Кевин. Кевин Стрик. Прекрасный, добрый человек. Кевин рассказал мне, что смог придумать лекарство для принцессы. Но необходимый эффект держится крайне недолго. В окрестностях замка ему не удалось найти что-либо, позволяющее бы увеличить время действия микстуры. Я вспомнила про образцы растений саприола, которые смогли бы решить эту проблему. Кевин согласился попробовать приготовить лекарство с добавлением моих образцов. Но мне придется собрать остальные ингредиенты, так как у него они закончились. А оставить принцессу одну он сейчас не может. Ко всему прочему, он потерял список ингредиентов, а вспомнить его полностью он не может. Что же, придется найти и список. Вот такие вот
задание. То есть нам надо найти список и найти ингредиенты. Подсвечивается область под столом. Что это? Вы нашли секатор. Очень хорошо. Что тут еще мы можем увидеть в этой локации? Давайте вернемся назад и посмотрим. Мы здесь не были. Посмотрим, что мы можем здесь увидеть. Смотрите, подсказка. Вы нашли алебарда. Это оружие средневековое. Оружие рыцарей. Может быть, так будет правильно сказать. Возьмем его. Ну, пока здесь ничего нам не доступно. Смотрите, куда мы попали. Это кухня, что ли? Ведро. Плита подсвечивается. Давайте посмотрим. Ведро. Что нам надо сделать? О, а мы потушили огонь. И стала подсвечиваться верхняя часть плиты. Мы взяли ножик. Очень хорошо. То есть у нас есть алебарда, секатор и ножик. Сейчас подсвечена область. А взломать его не получится. Да. Что тут еще есть? Смотрите. Что это? Это мельница для измельчения продуктов. Мельница для измельчения продуктов. Ну, сейчас мы пока ничего не можем сделать. Шкафчик. Еда для королевского стола. Как вкусно пахнет. Так, давайте посмотрим. Больше здесь нам... Так, ступка. Давайте вернемся обратно в коридор. Мы тут еще не все посмотрели. Смотрите, стала подсвечиваться картина. Что тут на картине? Портрет королевской семьи. Угол картины неплотно прилегает к раме. Похоже, что-то спрятано. Надо попробовать чем-то посильнее отогнуть край. Чем мы можем отогнуть? Ну, ножиком. Смотрите, мы что-то нашли. Это что? Давайте почитаем. Какой-то листок бумаги с какими-то марками. Отогнув край парадного портрета, я нашла клочок бумаги, на котором изображены 4 символа. Мне кажется, это какой-то код или шифр. Надо найти замок, который откроет этот ключ. Все понятно, мы же были на кухне и видели сейф. Я думаю, это комбинация символов и есть пароль именно от того сейфа. Я не думаю, что так много сейфов у нас в игре. Давайте посмотрим. А вот и сейф. Мы перешли в новую локацию, новая головоломка. Давайте прочитаем, что с ней надо делать. Переключая стрелками изображение в окошках кодового замка, создайте правильную последовательность в соответствии с найденным кодом. То есть, надо переключать
стрелочками изображений в окошках кодового замка, создайте правильную последовательность. Я не понял. Вот здесь мы нашли. Нажимаю я на следующее. Почему-то снова она двигается. Непонятно. Так, очень интересно. Хорошо. Давайте найдем тогда следующее. Этот, значит. Ну-ка. Непонятно. Да, загадка непростая. Я не совсем понимаю, почему вот эти вот части не двигаются. Очень странно. И какой-то закономерности в движении. Не получается у нас. Давайте пропустим задание. Открылся сейф. Возьмем хлеб и мешочки. Сейф с двойным дном. Чем же открыть внутренний ящик? Понятно, внутренний ящик мы пока открыть не можем. Давайте посмотрим карту. Мы находимся в замке. Давайте вернемся на мостик и используем вот это средневековое оружие алебарда. Что-то мне подсказывает, да, так оно и есть. А вот и список ингредиентов нашелся. Микстура на спиртовой основе. Молотый красный перец. 4 вида цветов. Табак и плесень. Так, плесень на хлебе. Значит, хлеб у нас уже есть. У нас нет табака. Мешочки для 4 видов цветов у нас тоже есть. Молотый красный перец, значит, нам надо будет найти. Понятно. Вы помните, что мы нашли гири. Так как мы уже здесь, я смотрю, подсвечивается область. Там, где... надо оставить, положить гири. Наверное, что-то будет. Давайте посмотрим. Вот новое задание, новая мини-игра. Уравновесьте чаши весов, используя все гирьки. Ой, у нас столько много гирек. Это тоже игра надолго. Так, с чего бы начать? Как все это уравновесить? Нет, давайте начнем с тяжелых гирь. Смотрите, они тут как хитро все поставлены.
давайте почитаем наш журнал. Как же закрепить эффект? Список нужных вещей не сложен, но где же все это найти? Большинство предметов – заменители современных лекарственных средств, которые только можно найти в этом мире. Ну что же, будем искать. Время не ждет. Микстуры на спиртовой основе. Как же закрепить эффект? Так, книгу мы прочли. Давайте посмотрим карту. Карта говорит, что нам надо зайти в темницу вот сюда. Так, что нам дальше? Смотрите, подсвечивается сундук. Сундук заперт. Интересно, что в нем. Давайте попробуем применить секатор. Я что-то делаю не так. Мы использовали перстень, печатку и открыли сундук. В сундуке мы взяли камень. Что тут еще у нас есть? Сыр из плесень бр. Мы нашли схему. Ну, по-моему, тут больше ничего нету. Плесень. Что-то плесень. А давайте попробуем применить батон. Смотрите. Очень хорошо. Теперь у нас есть плесень. Теперь у нас есть хлеб с плесенью. Нам надо найти табак, цветы и молотый перец. Продолжаем собирать ингредиенты. Давайте посмотрим, что нам подсказывает карта. Пойдемте в замок. Отлично. Новая мини-игра. Я не знаю, как камни должны стоять, чтобы дверь открылась. Два места пустых. Мы как раз взяли камень красный. А, у нас есть схема. Давайте применим схему. И тогда уже... ставим наши камушки. Да. А, вот и новая мини-игра. До этого была не мини-игра. Перемещайте камни вверх-вниз и расставьте их в соответствии с запиской. Ого. Ну как-то так. Нет. Вот и получилось. Смотрите, как все быстро. Даже не заметили, как получилось. Я уже хотел сдаваться. Ну, прошли мы эту мини-игру. Открылась дверь. Мы вышли в какой-то садик. Давайте посмотрим, что тут есть. Новая мини-игра. Давайте искать предметы, которые... выделены голубым шрифтом. Найти перец. А вот и перец. Тыква, ворон, щетка, сова, колесо, улитка, вишня, перо. Божья коровка и перчатка. Давайте искать, что тут можно найти. Тыква. Я случайно нажал на подсказку. Ну давайте.
Возьмем вишню, перо. Перо. Колесо. Улитка. Перо вот. Ворон. Вот я вижу щетка. Щетка. Вот щетка. Или это не щетка? Она почему-то недоступна. Что такое? Улитка, колесо. Вот щетка. Это тоже щетка, но не та. Колесо. Улитка, сова. Сова. Вот сова. Улитка. Вот улитка. Колесо. Колесо. А вот и колесо. Перчатка. Веник. Нам подсвечивается веник. Что мы можем делать с веником? Давайте поищем, к чему можно применить веник. Так, к чему можно... Отлично, мы что-то сделали. Мы подмели дорожку. И под листьями оказалась божья коровка. Так, перчатки. Перчатка. Что нам нужно сделать, чтобы найти перчатку? Зонтик. Вы нашли перец. Хорошо. Цветам. И как раз мы соберем цветы. А, так, цветы срезаны. Во что бы их упаковать? Понятно. Тут нам мешочки наши помогут. Что в этой локации? Что здесь нам? Прекрасный сад. Но это выглядит немножко запущенным. У нас есть перец. Перец. Перец есть, но нам нужен молотый перец. Должна быть где-то ступка. Ступка может быть находиться на кухне в замке. Я думаю, что в парке здесь ее вряд ли мы можем найти. И, соответственно, мы можем, не сможем измельчить наш красный перец. Посмотрим нашу карту. Пойдемте на кухню в замок. Где мы можем найти ступку? Вот ступка. Но нет. Нам подсвечивает измельчитель, который мы до этого видели. Давайте. Это мельница для измельчения продуктов. Крутим ручку. И мы получаем молотый перец. Хорошо. Что еще здесь можно ему сделать? Давайте вернемся в сад. Подсвечивается область около фонтана. Новое задание. Новое задание. Той локации, которую мы уже видели.
Найти топор, жаба, кубики, котелок, морковь, розы, кружку, саба, шторы. Жаба. Жаба, вот. Кубики. Топор, котелок. Топор. Это не котелок, а это что? Котелок, морковь. Мы ее видели. Роза, кружка. Вот розы. Кружка. Шпоры. Шпоры, вот. Кружка. Так, это что у нас? По-моему, кто-то собирается стирать. Стирать? Стирать. Кружка саба. Саба. Это что у нас? Это у нас кто-то собирается стирать. Давайте применим какое-то корыто, бочка, в которой находится что-то. Ага. Отлично. Кубики, кружка. А это не кружка? Нет, это не кружка. Кубики, вот. Кружка. Где может быть кружка? Я не вижу ее. Это что? Непонятно. Ничего похожего на кружку я... не вижу. Вот она. Ну как же так? Жемчужина. Жемчужина. Вот ракушка, вот и жемчужина. Мы нашли топор. Отлично. Что нам говорит карта? Куда нам надо идти? Пойдемте в замок. Тут ничего нету. Давайте вот в эту дверь пойдем. Мы здесь еще не были. Нет, мы здесь были. Тут наш товарищ в экспедиции подсвечивается. Что у него тут подсвечивается? Так я хотел не подсказку нажать. А, здесь мы будем как раз смешивать наши ингредиенты. Но у нас, давайте посмотрим наш список. У нас нету табака. Нам пока сюда еще рано. Давайте тогда пойдем в другую часть замка. Вот в эту. Вернее, выйдем. Так, мы здесь были. Я запутался немножко. Здесь тоже кухня мы были. Выйдем на улицу, смотрите. Кто тут сидит? Доблестная стража. Курит табак. Ребята, смотрите, играют какую-то игру. И подсвечивается какое-то углубление, закрыто какими-то досками. Так, у нас запись в журнале, давайте почитаем. У главных ворот замка я встретила тех самых стражников, которые схватили меня в лесу. Я заметила, что один из них нюхает нечто по запаху, напоминающее табак. Неужели эта вредная привычка распространяется и здесь? Да, курение и нюхание табака – это не из лучших качеств человечества. За досками какая-то ниша. Может, там что-то спрятано? Ну, из того, что у нас есть, единственное, что может помочь, это вот этот топор. Давайте попробуем разбить. Ниша, что мы видим? Статуэтка. Смотрите, что-то подсвечивается. Бутылка. Ключ. Ключ от кухни. От кухни?
Хорошо. Мы получили ключ от кухни. Давайте вернемся тогда на кухню. Вернемся на кухню. В сейфе была ниша. Давайте применим ключик. Мы откроем. Это что за склянка? Бутылка, бутылка. Вы нашли бутылку. Ничего лучшего я не могу придумать, как вернуться обратно к страже. Извиняюсь. К страже. Мы вернемся к страже. Дадим ребятам бутылку. Возможно, они нам что-то скажут и подарят нам табак. Надо попробовать сделать иначе. Что-то не так. Давайте посмотрим. Смотрите, у нас тут головоломка. Перемещая и вращая фигурки, уложите их внутрь квадратного поля. Ну, что-то типа пазла. Перемещая и вращая. Вот. Опять. Так. Нет, это не отсюда. Встало. Но как-то вот так. Нет. Тоже не отсюда. Похоже, отсюда. Так, вот эта часть, я думаю, сюда. И вот так вот. Все просто. Эту головоломку мы решили. Вы нашли табак. Ой, как хорошо обошлось без бутылки. Ну, в бутылке, наверное, что-то другое, а не какой-нибудь алкоголь, который мог разговорить стражу. Мы немножко другим методом получили наш табак. Мы вернулись в комнату с больной девочкой. Док надеется, что я найду ингредиенты. Ингредиенты мы нашли. Док надеется, что я найду ингредиенты. И мы тоже надеемся. Ингредиенты у нас есть. Давайте их применять. Надо попробовать сделать иначе. Это явно не отсюда. Так, бутылка. Табак мы поместим выше, вот сюда. Доктор говорит: о, вы молодец, вы нашли все ингредиенты. Используя ингредиенты и предметы на столе, приготовьте лекарство, руководствуясь инструкцией. И еще одна мини-игра. Берем цветы и измельчаем их. Это что?
Ага. Теперь нам нужно взять... Что нужно взять? Пестик? Вот он. Нужно придерживаться рецепта. Хорошо. Возможно, надо добавить табак. Ага. И тогда уже взять пестик и истолочь, измельчить. Потом все это надо смесить. Надо бутылку поставить. Нужно придерживаться рецепта. Давайте возьмем. Возьмем воронку, поместим в колбу, нальем жидкости, которая находится в бутылочке, возьмем измельченные цветы табак, перец молотый красный, что нам дальше, надо поджечь горелку. Нам надо поджечь горелку. Мы получили жидкость в пробирке. Наверное, это и есть лекарство. Используем стабилизатор. Нужно придерживаться рецепта. Нужно придерживаться рецепта. Стабилизатор положили под этот пресс. Закроем его. Очень хорошо. Нажмем далее. Мы смотрим мультфильм. Ничего такого в этом мультфильме особого не было. Она посмотрела на звездное небо, на галактики. И мы попали к королю. На сегодня, я думаю, закончить наш обзор вот на этой локации, на этой картинке. Мы находимся в замке и должны встретиться с королем. Отложим это разговор наш на завтра. Всем пока. Канал Айка ТВ. С вами был Павел.